У нее торжество, день рождения. И хотелось бы публично ей сказать вот некоторые слова. В первую очередь, наверное, благодарности за твой многолетний, больше 10 лет вклад в дело Божье. Потому что то служение, которое ты несешь, связанное с масс-медиа, оно очень сильно распространяет Евангелие и служение нашей церкви, нашей общины туда, за пределы этих стен, даже за пределы этого города. Здравствуйте, молодой человек. И оно может быть незаметно для нас изнутри общины, но оно очень очевидно для людей, которые там находятся. Когда я знаю, к вам приходит много-много слов благодарности, отзывов, каких-то хороших моментов, вопросов, где вы служите, и люди получают ответы от Бога, это говорит о том, что ваше служение, оно продуктивное, оно перспективное, оно помазанное, и оно приносит большой плод. И в этом служении твоя большая заслуга. И также в тебе открывается другой дар уже, непрофессиональный, духовный, ты тоже его развиваешь, практикуешь. Это другая сторона твоей личности. И мы, как церковь, пожелаем развития во всех сферах. И в профессиональной сфере, чтобы приходили новые идеи, новые инструменты влияния для достижения людей этого мира. И также, чтобы духовный дар, он тоже прогрессировал, развивался на тебе. И ты была полноценна и благословенна во имя Иисуса Христа. Мы дарим тебе конверт, как говорится, по десятину. Оль, спасибо тебе, правда, за все эти годы. Ты дар Божий. Дмитрий Николаевич, однажды у нас была нужда, мы записывали кассеты еще тогда, видеокассеты с Риги, да, Алексей Ледяев, Ольга Ледяева. И нам нужно было, чтобы кто-то этим занимался, там, записывал, формировал, и чтобы мы могли хлеб этот распространять, да. И я говорю, кто будет заниматься телевидением? Ну, представляете, у нас репцентра, какое телевидение вообще? Хотя мы все кинофильмы вкрутили, да, по жизни. У нас телевидение, это всегда свое внутри было. И вот Дмитрий Николаевич приводит Ольгу и говорит, она будет заниматься телевидением. Она приходит, я говорю, а ты занималась чем-то подобным? Она говорит, я вообще бухгалтер по образованию. И вот, знаете, она взяла эту ответственность и понесла достойно. И сегодня у нас есть целая большая-большая огромная команда. Давайте еще раз ее поблагодарим. Пожалуйста, развивайся, прогрессируй. У тебя хорошее сердце. Сердце дочери и сердце матери одновременно. Так и должно быть. Ты очень сильная, но ты признаешь сильнейших. Ты под покровом и Божьим, и пасторским всегда находишься. Спасибо тебе за это. И давайте мы благословим ее, и давайте мы помолимся о ней. Давайте прострем руки, пусть Бог помажет ее на следующий сезон жизни, на следующий этап. Отец, мы благодарим тебя за этот уникальный Божий дар. Мы благодарим тебя за твой сосуд, который ты сильно используешь, через который ты созидаешь другие жизни. Мы просим тебя, помажь ее, снаряди ее. Пусть она будет большим благословением для церкви и для этого общества. Пусть Царство Божье, которое есть внутри ее сердца, оно распространяется на многие жизни. Пусть ее служение прикоснется к десяткам людей, может даже к сотням людей, и реально принесет перемены. Пусть небеса приходят через все то, что она делает. И в профессиональном плане, в телевизионном, в интернет-служении, и в духовном плане. Господи, дай нам благодать спасать людей через Твои дары и через способности, которые Ты нам дал. Мы благословляем Ольгу. 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 И давайте мы три раза скажем. Happy birthday!